меня спрашивал про Юню. Юня залезла сразу в сумку. Да я в Минск приехал уже, нюхает яйца. Юнька, красунька. Юньке скучно в городе, скажу честно. Она носится, вызывает на бой. Вот от меня рыжим, наверное, пахнет. А у нас тут батюшки, тут красотень какая. Вот это потрудилось. Все, кабачок мы переработали. Осталась тыква. Все отлично. Вон нам стоят. Так, надо еще что-то придумать, куда их размещать. Вот, а тут Света шьет. Все, Юнька спряталась, да? Вон она побежала. Всем добра. Вот наша Юня. Наконец соблаговолила прийти ко мне на колени. То бегала, все нюхала. Рыжим, наверное, пахнет. И все. И прошло ОТК. Мои изделия прошли ОТК у Светланы. Все понравилось. Все одобрено. На дубе эту забирает. Сразу на дачу подпишу ее на лазере. И эти очень красивые. И вот наша Юня. Красотуня. Тут у нас... Ой. И консервация, и... Шитье и дерево. Лазер вон стоит в уголке. Надо порядки наводить. Да, Юнька. Всем добра.